Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипарупам Бхуктин Чамуктин Чатада Синитам Бхаванурупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманинья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманонго Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджушо Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасьясте Хиде Самбихит Вам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Сутаса пунктам сучира самасья, нанджо сасури вриджатто, таттад гунану сабанам мукундо, падар виндо, хидеш джейшам. Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад Прамхамса Джагадгуру сказала, что природа обусловленной души находить недостатки в других. Обусловленная душа не может найти свои собственные недостатки, могут только других их находить. И вот Шрила Прабхупада говорит, что мы в той или иной степени осквернены майявадой, майявад-вичарам. И поэтому мы всегда пытаемся находить недостатки в других. И не можем найти свои недостатки, в этом проблема. Майявад-вичар значит, основа майявады, то, что мы в той или иной степени оскорблены майявады, может на 50%, может на 5%, но все же. И поэтому Шрила Сачитананда Бхактина Тхакур написал в своих киртанах такие слова. И вот Шрила Бхактина Тхакур пишет в киртане: «О Бхагаван, благослови меня, чтобы я развил веру в лотосные стопы Гуру Вайшнава. В каждую часть секунды моя вера увеличивалась до бесконечности». Чтобы эта вера была бесконечна, если я разовью бесконечную веру в лотосные стопы Гуру Вайшнава, то тогда мы узнаем все о трансцендентном мире. И поэтому Шрила Прабхупад сказал, что нельзя сказать, что все майявады, но так или иначе, в той или иной степени. У многих нет веры в Гуру Вайшнава, Бхагавана, в Наму, в Даму, в Парикару, в Лилу. Они верят, но их вера недостаточно крепка. И поэтому из-за этого не могут прогрессировать на пути Бхаджана. В этом основная проблема. Та шлока, с которой начал. Те, кто те гуру Вайшнава, которые утвердили лотосные стопы Бхагавана внутри своего сердца. В их сердцах можно
наблюдает, что Бхагаван буквально закрыт внутри их сердца и не может уйти. Хотя он вездесущ, но все же своей любовью они его поместили в свое сердце. И Бхагаван всегда, он буквально отдыхает в сердца Гуру Вайшнава в Киртане. Вот такие слова говорятся, что внутри сердца чистый Гуру Вайшнава, Бхагаван, он буквально отдыхает. Если кто-то очень обеспокоен, он не может спокойно отдыхать. И вот люди обычно имеют бесчисленные желания. Относится к Бхагавану как к столу заказов, постоянно что-то просят, что дай то, сделай это. Если так случается, что Бхагаван их желания не исполняет, то они отвергают его. Шрила Бхактивинода Тхакура пишет в Киртане, то, что любое количество я могу ради служения Гуру Вайшнавам могу терпеть любые неудобства и сложности. И вот в Киртане он пишет, ради Вайшнава Сева я могу потерпеть любое количество сложностей, но не оставлю его обусловленные души, если какие-то проблемы возникают, они их отвергают. И вот в шлоке пишется, вот, ну такие слова говорятся в этой шлоке, и что не значит, изучая Веда, Веданту, Панишаду. Кто-то может запомнить эти слова, давать лекции по ним. Но и вот что мы обретем после изучения Веда, Веданты, Упанишады, какой результат? Какова наша цель, Бхагаван? В Бхагаватам говорится, если мы хотим обрести Бхагавана, но это очень просто поклониться Гуру Вайшнавам. Внутри сердца Гуру Вайшнавам, лотосные стопы Бхагавана, они всегда находятся, поэтому более практично, если мы можем служить чистым Гуру Вайшнавам, то тогда не нужно посвящать столько энергии изучения Веда, Веданта,
лучше служить Гуру Вайшнаву, и нашу цель мы достигнем гораздо проще и быстрее. Почему внутри сердца Гуру Вайшнаву Бхагаван чувствует себя хорошо и удобно? Поскольку у них нет посторонних материальных желаний в их сердце, и поэтому их сердце спокойно. Бхакти, когда оно оскорблено каким-то желанием, анабхилашем, то тогда Бхагаван не чувствует никакого удовлетворения. Если бхакти оскорблено каким-то анабхилашем, Бхагаван не чувствует удовлетворения. И любое осквернение анатхами Бхагаван не чувствует удовлетворения, поэтому они пхилашита шуньям. И вот пример Гуруварги. Кто-то готовит прекрасную параману. Nice can be everything you make, can for so many things you add, deep, you know, not and everything, kashu, everything, kismis. After that, you are going to offer Bhagavan. И вот кто-то может готовить прекрасную параману, предложить ее Бхагавану. Ну, мораль в том, что иногда в рисе бывает песок, особенно лет 40 назад. Ну, индусы мухлевать любят, к рису иногда песка подсыпают, чтобы веса больше было, ну и прочие камни мелкие, ну такие вроде песка, поэтому рис тщательно промывать нужно было. Сейчас такого бардака нету, но история старая. Вот причем песок такой белый, на рис похожий. И вот кто-то готовил параману, не промыл этот рис от песка. И в итоге парамана была, оказалась песком, которое вроде вкусное, но есть его тяжело из-за песка. И вот некоторые люди хотят занять всех в служении себе. Иногда мы заинтересованы в том, чтобы совершать Гуру Вайшнава Севу. Но если мы совершаем Гуру Вайшнава Севу, посторонние люди могут узнать об этом, что я служу этому Махапуруша. The sevak of Guru is honorable to me. I can take undue advantage of this sloka and use. I am serving Gurudev. This way, sometimes we are expressing some extraordinary desire to serve Guru Vishnu, but inside heart there is some anhangas. И вот если кто-то служит Гурудеву с какими-то посторонними желаниями, прославиться, например, можно замечать такого, поскольку в этой шлоке говорится, что гуру, слугам Гуру нужно уважать их, в общем. Ну, это индийская проблема, то, что слуги везде, поэтому если слуги Гуру,
считаются уважаемым, уважаемыми людьми. И вот сегодня день явления, можно сказать, Ясапуджа, Шрила Мадхавенда Пурипада, Шринивасачарья, Гуранга Махапрабху явился в форме Шринивасачарья, Нарутам явился. Нитянанда явился в форме Нарутам Такура, Шринивас. Адвайта в форме Шримананда явился. И вот Шринивасачарья явился в Чаканде. По направлению с Катвы, чуть не доезжая, Махарадж туда на велосипеде ездил лет 25. Ну, до Патули доехал на электричке, а потом на велосипеде. И вот там явился Шринивасачарья. И после этого кратко расскажу, поскольку Сиддханта более важна, и вот Шринивасачарья, его баджан, место баджана около Катвы было. И вот рядом с Катвой это место саньяса Махапрабху. И вот там можно найти место саньяса. Но если слева пойти в Катву, и там то место, где Шринивасачарья совершал баджан. И также на Харисакар Такур, его место тоже там. Вот Мадхумати Прабху, Мадхумати Сакья. И вот и различные места лил там. Шринивасачарья совершал баджан там. В этом конкретном месте Рамачандра Кавирадж, он однажды после свадьбы их несли на паланкине. Шринивасачарья сидел на веранде и говорил что-то преданному, спросил, кто этот человек, столь прекрасен, выглядит как принц. И вот он не совершает баджан, теряет свою жизнь зря. Рамачандра Кавирадж увидел Шринивасачарью издалека, услышал что-то, потом отправился домой. И оттуда ночью вернулся и предался лотосным стопам Шринивасачарья. На самом деле долгая история Шринивасачарья, если цитировать Шринивасачарья, его отец, и вот, в общем, он пришел в Навадвипдаму, чтобы обрести милость Гуранги Махапрабху, но тем временем Гуранги Махапрабху уже ушел. И хотя Гуранги Махапрабху и Шакти, и Шринивасачарья хотел встретить Гуранги Махапрабху в Пури. И вот в то время он узнал, что Гуранги Махапрабху ушел с Рупгасай тоже. И вот после этого он вернулся. В Навадвипдаму, в Майяпур. И там
благодаря общению с Ишан Такуром. Он отправился к Вишнупри и поехал в то время, что Шачимата тоже ушла. И тем временем он уже ушел, Шачимата уже ушла. Но Вишнуприя Деви тоже была там. Даже солнце не могло видеть Вишнуприя. И вот Сринивасачарья лежал на берегу Ганги, и в итоге, благодаря общению с Ишан Такуром, он пришел, чтобы получить даршан Вишнупри Деви. И в то же самое время Гуранга Махапрабху пришел во сне к Вишнупри Деви и сказал, что Вишнупри – мое второе тело. И ты должна пролить на него всю свою милость без всякого сомнения. И вот Шринивасачарья пришел. И вот в то время рис песок добавляли, поэтому она занималась тем, что перебирала рис от песка. Ну и Харинам повторил, у нее система была на одно святое, повторит рисинку, переложит. Повторит, переложит. И вот таким образом. И вот один только Вамшиватананда мог говорить с этой Вишнупри, но был слугой ее, а больше никого не пускали. Вот он попросил ее, может ли она дать свой даршан этому Шринивасу. И она сказала да, поскольку воля была на то Махапрабху, и вот она. И вот Шринивасачарья поклонился. Не смотрел на нее, просто лежал в дандавате. Вишнуприя подошла и левой ногой прикоснулась к... А он головой прикоснулся к левой ноге Вишнупри Деви. Все жители Навадвипы начали радоваться. Это Шринивасачарья. И вот Шринивасачарья отправился во Вриндаван, чтобы принять прибежище у Гурупад Падмы. Гуранга Махапрабху много раз приходил кому-то. Шринивасачарья вроде. Гададхар Пандит, тоже раньше Гададхар Пандит был в одно время. И вот Гададхар Пандит читал Бхагаватам перед ним, но из-за переполняющих его чувств он читал Бхагаватам и плакал, и вот это в то время книги вручную писали, слезами заливала. И вот он хотел преподать Бхагаватам Шринивасачарье, но поскольку он плакал постоянно, читая Бхагаватам, то
ничего не получилось. И после этого Шриниваса Ачарья ушел, Гададхара Пандит тоже ушел из этого мира. И после этого он обрел милость Вишнуприя Деви. И после отправился во Вриндаван принять прибежище лотосных стоп Гопалбхата Госвами. И перед Гопалбхатой Госвами, вы знаете, наш Радхараман, сегодня день явления Радхарамана, все шилограммы, и шилограмма Радхараман Виграха явилась, и сейчас сзади Радхарамана видно признак шилограмм Шилы, ну, что он из шилограмма Шилы проявился, и наш Гопалбхата Госвами принял его как своего ученика и хотел передать Шринивасачарью в руки Джива Госвамипада. Шринивасачарья, Рамачанда Кавирадж, Шимананда и Наротам Такур, они все изучали Джива Госвамипада, Шикшагуру. Гопалбхата Госвами дал посвящение ему и прочее. Почему? Для проповеди. Поскольку в тем временем Санатан, Рупа, Рагунат, они все ушли с этого материального мира. И вот Гопалбхата Госвами или Джива Госвами, они заняли Шринивасачарью, Рамачанду, Шимананда Прабху и Нарутама Такура. И поэтому все сандарбхи, поскольку в то время не только сандарбхи, а все другие и вот. И вот в то время они написали, были книги, сокровенные книги Расататвы, и Джива Госвамипада решил, что он как защитник Сампрадаи, он решил эти книги предать Самадхи. И вот сейчас ситуация плоха. Под именем Рагануга и Рупануга Баджана многие занимаются всякой ерундой, поэтому Джива Госвамипад подумал, что нужно эти книги поместить в самадхи, закопать буквально. Поскольку если кто-то будет их читать, могут понять превратно. Я вот пытаюсь как-то объяснить, но все же некоторые превратно понимают такого природа обусловленных душ. Я много свидетельств привожу, но все же они сомневаются. И вот Джива Госвамипад решил, как Вишва Вайшнава Раджа Сабха, все книги внутри самадхи он поместил, поскольку никто не мог понять. Поскольку смотрят в книгу, видят его. Ну, буквально, то есть люди написано одно, а понимают совершенно по-другому. Поэтому Джива Госвамипад на всякий случай решил эти книги предать самадхи, и все сандарбхи, все важные книги. Изучая сатасандарбху, не зная Раймананда Самвата,
Санатан Сикшу, Рупа Сикшу. Никто не может прогрессировать на пути Баджана. Гурупад Падма говорил сначала Санатан Сикшу. Санатан Сикша. После этого Райрана Мананда Самбад, потом Рупа. Расататва написано Рупа Госвами Падам, Рупа Сикша. И после этого мы Джайва Дхарма. Мы очень удачливы, поскольку формим Джайва Дхарма, вся суть Госвами Грант. Но в то время не было, но она как бы вечна, но не было проявлено в то время. Бхактивинод Тхакур ее проявил. И вот. И поэтому, не изучив Сандарбхи, мы не можем проповедовать, поскольку внутри Сандарбхи все ответы на любые эти ответы на все противоречия можно найти в этих Сандарбхах, в шести Сандарбхах. Поэтому полезно их изучать. Веданта Джива Госвами Пад был лучший из ведантистов. Веданта Сутра, Упанишад, и Шад Сандарбха, они изучали у Джива Госвами Пада, и потом, после того, как закончили все изучать Джива Госвами Пад и другие, те Госвами, Лаканат Госвами, Гопал Бхатта Госвами, они и вот они пошли проповедовать Шичитани Махапрабху, его учение прямо нельзя найти в Шикшаштаке только, а остальное все косвенно. Все учение Шичитани Махапрабху в Сандарбхах и наследие Госвами изложено Хари Бхакти Виласу, они написали Расамрита Синдху, Брихат Бхагаватамриту, все. Изучив все это у Джива Госвами Пад, они взяли разрешение и пошли проповедовать. И вот все книги они положили в сундуки и погрузили на бычьи упряжки и поехали в сторону Бенгала. Вот. И вот, чтобы дойти до Бенгала, множество этих штатов пройти, нужно. И потом в Бакуре, в Банкуру, и в этой Бакуре была проблема, один царь Бихамбир, днем он был джентльменом, преданным, ночью разбоем занимался. И также у него был астролог. И вот он предсказал ему, что сегодня великое сокровище он обретет.
Ну, астрологи, толковые астрологи могут предсказать. Будущее могут предсказывать. И вот на Шрила Прабхупад, он был лучший из математика. И вот тезисы Шрилы Прабхупады, те, кто изучает те области науки, где он свои тезисы оставил, они очень актуальны и до сегодняшнего дня. И вот однажды кто-то спросил у Шрилы Прабхупады. Можешь ли ты мне сказать, когда я помру и как? Да. Могу точно сказать, дату рождения скажите, я посчитаю. И вот, в общем, человек помер в то время, которое предсказали. Бхактивинода Тхакур узнал об этом и сказал, что что-то делаешь, зачем это делать. Никогда не говори об этом, поскольку если они узнают, когда они умрут, то какая-то пассивность на них. Ну, в общем, лень будет что-то делать, будут бездействия находиться и будут знать, что послезавтра там помрут и ничего делать не будут, и таким образом плоды кармы свои не получат. И с тех пор Шрила Прабхупада перестал астрологией заниматься, предсказывать что-то. И вот этот астролог предсказал ему, что сегодня ночью великое сокровище обретешь. И вот увидели, идут какие-то люди с сундуками. Вот их поймали, ограбили. Шринивасу Ачарья, Наротам Тхакур, Шемананда, они были беспомощны. Что делать? Их книги утащили. Ну, вот они, не в общем, спали, с утра проснулись, все украдено. И думали, что же делать. Шринивасу Ачарья сказал, наверняка это воля Бхагавана. И вот, ну, пока лучше я здесь буду находиться, буду пытаться вернуть наши книги, а вы идите, проповедуйте. Вот Наротам Тхакур решили проповедовать на восточной области. И вот это восточная часть Бенгала, Трипура, Манипур, ну вот это восточная бенгальская область. А Шемананда Прабху в Миднапуре, граница с Орисой, вот очень другая сторона. И вот массивная проповедь. Для обычных людей нельзя такие слова использовать. Массивная проповедь. Только Гуранги Махапрабху применяется этот термин. Когда Махапрабху даже в лес ходил или в какие-то деревни, в то время Махапрабху являл какие-то особые силы. Ну, необычным способом проповедовал все читания Махапрабху, где бы он ни ходил, но некая особая сила проявлялась там.
если бы вы встретились. С Махапрабху я могу несколько примеров привести. Вот он шел по Пурушоттамдхаму. Какие-то люди, которые там занимались. В общем, в огороде работали, в полях. И вот они встретили Махапрабху. Он чем-то они становились очень вдохновлены. Ну, потом этот фермер из дома шел домой, и как-то жена тоже заряжалась этой силой, которую он получил от Махапрабху и так далее. И эта сила была передана в сердце Шринивасачарья. Если мы изучим лилу Шримананда Прабху, Наватам Тако, и тогда вы поймете. Наватам Тако в Манипуре был, в храме пел киртаны. Почему он на Бенгале пел, а там Манипур, там манипурский язык. Но все же это язык души. Шрила Прабхупад говорил, Харикатха, Харикиртан — это язык души. И поэтому люди, они не понимали, не плакали. Даже птицы на деревьях это плакали. И такой же пример я могу привести с Шрила Мадхава Госвами Махараджа. Шрила Мадхава Махарадж в Раджа Мадал Парикраме однажды совершал киртан о Ваджавасе. Где же обрести Кришну? Вот этот киртан. И вот однажды, одна женщина из Панджаба, Бхактиян Бхартия Махараджа, попросила рассказать значение этого киртана. И вот спросила, почему же плачете, если не понимаете значение этого киртана. Она сказала, что мы не знаем, но плачется. Когда мы слушаем, просто плачем, не зная почему. И Шрила Прабхупад говорил, что Харикатха — это язык души, и поэтому неважно, понимаете вы язык полностью или нет. Но есть сомнения, есть вот. Я начал с этой шлоки. Если у нас есть сомнения насчет шастра, веды, ведант, упанишат, гуру вайшнавов, которые цитируют из этих слов, из этих шастр. Если у нас есть сомнения, в этом проблема. И вот во время Шринивасачарьи наш народ там такого. Вот, благодаря Нарутам Такуру, если сейчас есть кто-то из преданных в Трипуре, Манипуре, Гауди, это все благодаря проповеди Нарутама. И вот благодаря Нарутам Такуру
это восточная часть Бенгала. Стали преданными. И вот Шимананда вот на границе с Орисой проповедовал. И наш Шинивасачарья в Рараре проповедовал. Это Рахадеш, Вербум, Банкура и те соседние области Пурулия. Рардеш называется. Там, где явился Нитьянанда Прабху. И вот Шинивасачарья. В итоге что случилось? Шинивасачарья подумал, что наверняка это воля Бхагавана. И вот он пошел на Бхагават-патх, поскольку после обеда там этот царь Вихамбир слушал Бхагаватам от одного Вайшнава. Шинивасачарья был там, слушал Бхагаватам, и этот человек был бессердечен, который читал Бхагаватам. Но что такое бхакти, он никакого представления не имел. Когда он читал Бхагаватам, Шинивасачарья от преполняющих его чувств упал без чувств. Царь был удивлен, почему этот саду испытывает такие экстатические чувства. И в итоге Шинивасачарья был попрошен царем. Почему? Спрошен царем, почему ты плакал? И Шинивасачарья сказал Бхагават, каждое слово Бхагавата. И от этой, каждого слова Бхагавата исходит раса, и я поэтому плакал. А этот человек читает Бхагавата как-то слишком сухо. И царь сказал, а ты можешь объяснить Бхагаватам как следует? Да, могу. И вот Шинивасачарья сел в Вьясасану, начал читать и объяснять Бхагаватам. И услышав это, царь был восхищен. И поскольку до этого царь занимался грехами, опять же, оскорблений он не совершал, просто грешил. Это разные вещи. И услышав Бхагаватам от настоящего преданного, царь Бихабир очень... Захотел получить посвящение от Шинивасачарья. Это в Радхарван Мадире было, где он получил посвящение, и его жена. И вот он потом сказал, что тут книги Госвами нашли, и вернул их. И после этого Шинивасачарья вернулся, пришел в Бенгал и объяснил. Смотрите, сколько энергии они посвящали проповеди. И вот Шинивасачарья он отправился объяснять. И также много копий этих книг сделано было из Бхагавад-гита 500-летней давности. И
Говорит, Махапрабху дал Гиту Гуридас Пандиту, и вот это вроде сохранилось. 20 лет назад, по крайней мере, я видел ее. И вот Гуридасу было дано весло, с помощью которого он мог пересечь материальный океан, и Гита была дана. Ну, в то время, это 500 лет назад, было книги, копировать было сложно, не было прессы, а нужно было вручную все переписывать. И вот, даже во время Бхактивинода Тхакура тут особо не было книгопечатания развито. Это нанимали какого-то писаря специального, который переписывал, то что потом вскоре появились эти печатные прессы. Сейчас проще, компьютеры появились. Можно сразу файл отправить в типографию, там напечатают. А раньше надо было буквы набирать, ну, целая история. Книгопечатание стало гораздо проще. И вот можно представить, сколько силы, энергии они посвящали проповеди. И вот таким образом Шринивасачарья, благодаря Шринивасачарье, он защитил нашу сампрадаю, и поэтому у нас остались эти сандарбхи и все остальные книги Госвами. Во время Дживы Госвами пада, однажды Дживы Госвами пад задал вопрос своему ученику. Шринивасачарья. И вот. Whereas this Kadamba Bhiksha feeling very
И вот почему вот Кадамба, вопрос задан, почему Кадамба чувствует, дерево Кадамба чувствует себя очень хорошо и радуется, хотя все другие от разлуки страдают. И вот ответ, что Кришна ушел в Матхуру из-за разлуки, все деревья, растения чувствуют себя плохо, все в развивасе страдают от разлуки с Кришной. Коровы, теляты и все остальные. А почему это Кадамба? Она наоборот радуется. И вот Кадамба Врикша была посажена самим Кришной. Шриньвасачари отвечает. Он вечный спутник Бхагавана Мани Манджари. И вот когда Кришна ушел, но это особое дерево было посажено самим Кришной перед тем, как уходить в Матхуру. И Кришна, он часто думал об этом дереве, что я сейчас ушел из Вриндавана, может, это дерево выросло, стало высоким. И причина в том, что Кришна всегда думает об этом дереве Кадамбы, которое он посадил. И Джива Госвами, услышав такой ответ, он был очень счастлив и хотел обнять его. Очень сокровенный Сиддханта. И таким образом мы не можем понять. И вот и вот Шриньвасачарья не отвечал. И вот Рамачандра Кавираджа, ну что-то случилось с ним, он Рамачандра Кавираджа попросили спросить, что случилось с ним, почему, куда он пропал, живой еще или нет. Три дня сознания не приходит, Рамачандра Кавирадж сел с малой повторять харинам рядом с Гурупад Падмой и повторяя харинам медитации, он так ушел Гурудеву и увидел, что во Вриндаване Гурудев в форме Мани Манджари он ищет в водах Ямуны, потерялся кольцо с носа Радхарани потерялось, и вот они и ищут. И вот Мани Манджари тоже искала. И три дня в соответствии с нашим летоисчислением, поскольку на небесах один день равен нашему году. Поэтому в земном летоисчислении три дня это было. И тем временем, и вот он тоже начал искать, и тем временем увидели в лотосе, в Ямуне, на его этом пителе, на сердцевине, в общем, лежит. И вот они нашли, передали Мани Манджари. Но тут еще в индийской системе иерархии нельзя пойти. Сразу отдать, надо отдать кому-то, кто-то отдает кому-то, тут кто-то, еще кто-то, кому-то, тут еще кому-то. И вот так через десятые руки это до Радхарани дошло. И вот в общем, все были рады, когда нашли это носное кольцо. И вот можем понять. Тот ученик, в чьё сердце находится в полной гармонии с Гурудевом, он не отличен от Гурудева. Same thing I told her when in the house of Vishwanath Kaviraj.
То есть тот, чье сердце, чей ум, чья жизнь в гармонии с Гуру Падмой находится, тот такой ученик, настоящий ученик становится неотличен от него. И вот если кто-то оскорбляет такого ученика, это получается оскорбление его Гурудева. Как вот с Минкетом Рамдасом история. И вот народ там так вот дружил с Рамачандрой и Кавираджем. Однажды утром Рамачандра вернулся. Like vermilion here in the face somewhere. Then Narottama Thakur asking, where are you gone? Night time. In Bengali we say Stri Sambhashan. Don't take it in ugly way. И вот однажды он куда-то ушел на Стри Самбасан, который Нарутам Такова позазлился, отлупил его веником. На Стри Самбасан пошел и пришел сюда совершать баджан Гуранги. И вот Нарутам Такова он начал плакать. И в итоге, когда Шринивасы Ачарья принимал омовение, то Нарутам Такур он мазал его маслом. Ну, тут саньяси не было, потом масляный массаж принимал, и Нарутам Такур увидел какие-то следы от веника. И Нарутам Такур спросил, что это на вашей спине. Никогда не видел, делаю массаж каждый день. И Шринивасы Ачарья улыбнулся. Сказал, что утром ты побил меня, и сейчас спрашиваешь, откуда эти следы, как я вас побил. А, вспомнил, ты не побил этого. Рамачандру Кавираджа побил. А почему следы на вас? И тогда он понял, что тут его ученик не отличен от своего гуру. Поэтому так. И Нарутам Такур смог понять, что Рамачандра Кавирадж и Шринивасы Ачарья, они не отличны друг от друга. Когда Харидас Такур был избит на 22 базарных площадях, Махапрабху спросил у Харидас, на 22 базарных площадях эти мусульмане хотели наказать тебя. И что ты чувствовал в то время? Харидас Такур сказал, что ничего особо не чувствовал. Как вот ты знаешь, они так сурово тебя били. А ты чувствуешь себя хорошо, смотри. И вот Кавикарнапу описывает, Махапрабху показал свою спину. Все удары я принял на себя. И это природа. Когда Гуру Падма забыл укутать одеялом божества, он сам чувствовал холод, поскольку он развил такое единство с Бхагаваном. But you have to remember, so long as you are not developing your oneness, some pain inside the heart of Gurudev, or practice pain, can touch your heart. Then oneness can develop, then you can get full kippah of Bhagavan, not Gurudev.
И вот сегодня день явления Мадхавендра Пурипада. Мадхавендра Пурипад, я уже сказал, в то время Гуранга Аватар не был там, но наши Гуранга Бхактивинода Тхакура написали, что Гуранга Аватар, он вечен. И также Шрила Бхактивинода Тхакура сказал, та абсолютная према, которая в жизни Биламангала Тхакура, и хотя Гура Аватара не был там, Бхактивинода Тхакура говорит, хотя Гура Аватара не было в то время, он еще не явился, но все же Гуранга Махаватар, он был в его сердце, золотая аватара была в сердце, в его сердце. И иначе такая уникальная према невозможна. Мадхавендра Пурипад. Адвайта Гасай Махавишна. Джагаткарта. Садашив. Вот кто-то говорит, что Нитянанда Прабху принял прибежище у Лакшипати в Гуру Парампаре, если смотреть. Можно найти там Лакшипати в Парампаре, кто-то говорит. Но вот он так вот, Лакшипати получил посвящение, но не так это. Он от Мадхавендра Пурипада получил посвящение, поскольку Мадхавендра Пурипад и Нитянанда немного раз встречались в процессе своей жизни. И в книге Бхакти Ратнакар это описывается. И вот Нитянанда отправился туда и сюда, и наш Нитянанда Прабху встретился с Мадхавендра Пури. И вот Мадхавендра Пурипад, он основа, главная колонна Гаудия Бхаджана. Кто-то спрашивает Гуранга Махапрабху, он Верховный Господь, почему, зачем связь ему с Мадхавендра Пурипадом? Поскольку Гуранга Махапрабху – Верховный Господь, но в шастрах говорится, чтобы начать новую сампрадаю, это обязанность ученика, ну, в смысле, не обязанность Верховного Господа, это обязанность его преданных Рамачандра. Бхагаван Рамачандра никогда не начинал никакой новой сампрадаи, Ваман Мандев тоже. Бхагаван Шри Кришна не начинал никаких новых сампрадаи. Гуранга Махапрабху тоже. Никогда. Все, что Махапрабху делал, делал это через преданных. Гуранга Махапрабху мог написать сотни книг сам. Почему не сделал? Поскольку все учение, которое приходит, должно идти через парампару. И вот Мадхавендра Пурипад, кто-то может игнорировать его, но нет. Но Шрила Бхактивинода Тхакура сказал, что у нас нет права игнорировать нашу связь с Мадхвачари. Даже в нашей сампрадае кто-то написал книжку под руководством Сундарананда Вейдевинода. Это написано, что Гаудия сампрадая не имеет связи с Мадхавендрой Пури. Только когда Баладева Вейдибушан пришел, тогда он хотел организовать эту связь, но нет. Мы знаем, Гуранга Махапрабху отправился туда и обрел. В общем, Бхактивинода Тхакура говорит, те, кто уже в
Гауди Сампадай и те, кто не принимают связь с Мадвачари, они шпионы Кали. И вот тут Мадхавинда Пурипада, это према, великолепная према. Мадхавинда Пури, видя даже с облака, которые цветом похожи на Кришну, он уже буквально вспоминал Кришну и буквально терял чувство от приполняющих его чувств, терял сознание. И так охватываемыми экстатическими чувствами, видя облако цвета Кришны, как Пундарик Видья Нитхи, он услышал только две шлоки из Бхагаватам, и уже этого было достаточно, чтобы экстаз захватил его. Как в случае с Мукундой. Царь. И вот Мукунда увидел плену павлина, это напомнило ему о Кришне, и вот он буквально потерял сознание. Царь спросил, что случилось с тобой. Тот сказал, что мне просто эпилепсия, поэтому такое дело. Но этот царь все же понял, что из-за приполняющих его чувств к Богу такие симптомы. Как наш Шри Чайтанья Махапрабху. Вот Шри Чайтанья Махапрабху. Вот Махарадж отвечает на чьи-то вопросы с свидетельствами из Писаний. И вот Кришна играл в воде с гопи. Не то это. Махапрабху был в Пуре, он там из-за приполняющих его чувств пошел в океан, его потерял сознание, его унесло течением в сторону Конарка. И вот если у вас какие-то вопросы нужно, непонятные, чтобы не запутаться, нужно не стесняться спрашивать вопросы и получать на них ответы. Часто бывает одно, одни говорят одно, второе, третье. И как это все привести в гармонию и не запутаться.
еще некоторые хотят спокойной жизни. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура, наша Гурварга, Шрила Прабхупад, они вот такие слова говорят, цитируют из киртана. Когда я служу Гурудева, любые проблемы приходят. Некоторые люди боятся проблем, что кто-то что-то скажет не то или подумает, поэтому боятся что-либо сделать из-за возможных сложностей. То есть хотят просто спокойной жизни и ничего не делать. И моя обязанность отвечать на все вопросы. Если кто-то спрашивает, я отвечаю и не стесняюсь. В общем, большинство людей хотят просто повторять Харе Кришна и жить спокойно. И никаких сложностях не разбираться и избегать их. И вот эта жизнь, это чувство Мадхавинды Пурипада, как Махапрабху одобрял его. Кришна три раза приходил к нему во сне, физически, и так явился ему. Нитьянанда, подумай, какова милость Кришны к Мадхавинде Пури. Никто столь удачлив, как Мадхавинда Пури. Во сне физически приходил к нему, и мы столь удачливы находиться в его преемственности. Сегодня день явления Парамешвари или ухода. Нет, ты прослушал. Ну вот, в общем, Парамешвари вроде имя женское, но он был личным спутником Нитьянанды Прабху. И после ухода Нитьянанды Парамешвари Дас отправился в Кетуре с Джахновой Матой, даже во Вриндаван. Если мы вспомним имя Парамешвари, мы можем обрести прему, если нет оскорблений у нас в адрес чистых вайшнавов. И памятуя Рамдаса, Парамешвари, мы можем обрести прему. И вот времени мало, на сегодня конец. Sometimes, at the same time, you're thinking some second thing. Same thing happened that day. One man dying near our new place. One man is 52 years. He's going to die. No doctor in the world can. But I wanted to save that man. Whenever I meet that man in a tea stall, here taking tea and waiting, I told him, что-то чем-то болел, там помер в 52 года. Но Махарадж пытался как-то помочь ему, было без толку, тот не хотел. В итоге что-то у него там.
вот я думаю, если думать о каких-то посторонних вещах, иногда слои забываются, какие-то их части. И вот я думал, что он помрет, и думал, забыл слоку. Поэтому нужно. Сейчас тоже думал о каких-то делах, которые нужно срочно делать, и вот я забыл. Malaya Chandan is available in South India. You heard the name of Gopi Chandan in Malaya Chandan. Malaya Chandan in Южной Индии растет. Майсуре. Там в лесу какой-то был разбойник. Хулиган какой-то. Воровал чандан, в общем. Деревья чандана. Ну, не было царства, небольшое в лесу. Деревья чандана там вырубал и за границу отправлял этот чандан. В Майсуре, в Андре растет малая как-то. Чандан. Он дорогой достаточно. Так было бы хорошо. Малая чандан из Южной Индии. Чандан coming from trees, but Gopi Chandan no, Gopi Chandan from Gujarat. Из Гуджарата, из Двараки. From Dwarka there was one Двараки там озеро. Gopi Talab. Гопи Тала. Most of the gopis, большинство гопи disappear in the Talab and they take the form of Chandan, Gopi Chandan. Они оставляют там свое тело и становились гопи чанданом буквально. Глины принимали форму глины. И когда все гопи... Some gopikas, they, I will have to speak long. Some gopikas, they took the chance to hear Harikatha from Uddhavji. Получили возможность слушать Харикатху от Удава. Бхагаватам об этом говорит, все вот какие-то гопи, они оставили тело и ушли, а какие-то гопи, они в этом стали глиной, в этой, ну, в этом озере. И вот лет 40 назад, я был в Гуджарате по какому-то делу, какой-то знакомый друг был из Гуджарата. И в то время он был таким материалистом немного. Я сказал, пойду получить даршан в Двараке, на то озеро. Сейчас мне не интересно этим заниматься, а в то время было интересно, поэтому Махарадж в Двараке был. И вот так или иначе, так там я получил даршан вет Двараки Гопи Талы, чандан какой-то нашел, как и вот там Гопи чандан добывают, в общем, и продают по всему миру. То есть разные вещи. Это между Малая Чанданом и Гопи Чанданом. Если кто-то спросит меня, то я могу сказать, что Гопи Чандан более практичен. Кто-то Радакун Тилак использует для тилаков, но мы этим не занимаемся. Ставим тилак Гопи Чандана. Ну, еще чандан, вот это малая, вот этот южноиндийский, для Бхагавана. То есть его Бхагавану предлагают, а преданно его не используют. Но просадам чандан,
как сначала вы предложили Бхагавану, а потом можно преданным предлагать. И вот в этом кирте слова непонятны. Здесь написано, когда Махапрабху был тут, то в то время Гуранга Нитьянанда тилак из чандана ставили, а другие преданные ставили тилак из прасада этого или из гупи чандана, а другие, кроме Махапрабху, тилак из чандана никто не ставил. Но опять же, это было до принятия саньясы. После принятия саньясы Махапрабху никогда не использовал этот малая чандан. Hello, for one second.